Вот сегодня на экскурсии. Ночь музеев, и поэтому вот такая интересная очень экскурсия по разным музеям, по разным кирхам, храмам. Церковь расположения точно такое. И здесь уже будет маленький отельчик, который обычно в другом месте для специальных служб. Так, что такое акан? Акан – это обычно музыкальный инструмент. Это единственный фактически непереносной музыкальный инструмент. Потому что рояль мы можем подвинуть, да, виолончель перенести. Вот акан, вот он стоит и все стационарно. Да, это единственный инструмент, под который здание строилось на самом деле. Не орган по зданию, а здание под орган. Представляете? То есть орган сначала построили, потом еще здание вокруг. Да. Почему? Потому что акустика. Древние мастера очень любят это. Что с тобой говорит там? Орган, по сути дела, это средневековый, даже древний.